Студенты факультета лингвистики и перевода по окончанию бакалаврата получают диплом переводчик двух языков. И эта профессия требует определенных навыков не только письменного перевода, но также и устного перевода. Мы всегда стараемся проводить исследования в плане конъюнктуры рынка для того, чтобы выявить те аспекты перевода, которые являются наиболее востребованными. И в прошлом году оказалось, что в нашем городе, в Одессе, который является центром туризма, не хватает переводчиков, экскурсоводов. И пообщавшись с преподавателями кафедры, заведующей кафедры, доцентом Талановой Людмилой Григорьевной, мы пришли к выводу, что необходимо внести в учебный план такой предмет, как перевод в сфере туризма. Этот предмет предусматривал разработку экскурсионных программ с тем, чтобы студенты по окончанию учебного года могли провести экскурсии. Это дает возможность студентам почувствовать себя в качестве переводчика, получить определенные навыки, и тем самым они расширяют возможности своего дальнейшего трудоустройства. Были разработаны определенные туристические маршруты. В течение года студенты проходили их виртуально. Благо у нас на факультете все аудитории очень хорошо технически оборудованы. А в конце года, летом, вот в июне месяце, они проходили эти тропы уже в реальной жизни по Одессе, проводили экскурсии. Во время проведения экскурсии наши студенты вызывали интерес горожан, потому что у нас была довольно-таки большая группа студентов, около 30 человек, и они рассказывали о истории Одессы, рассказывали о наших достопримечательностях. И по окончанию этого экзамена каждый имел возможность провести экскурсию, и таким образом они получали оценки. Было 5 групп, и каждая группа подошла к этому экзамену творчески. Одна из групп вообще арендовала автобус. Они сидели на первом сиденье вместе с водителем и в микрофон рассказывали, вели эти экскурсии для студентов из других групп, а также для тех гостей, которых они пригласили. И на самом деле это было очень интересно, незабываемо. Они выпустили брошюры, где можно было познакомиться, какие достопримечательности туристам предлагалось осмотреть. И настолько это их вдохновило, что они поняли, что на самом деле в ближайшем будущем они смогут иметь еще одну специализацию, потому что сегодня быть гидом-переводчиком – это на самом деле очень актуально в наши дни. Результат превзошел все мои ожидания. Настолько было проведено эти экскурсии на высоком уровне. Студенты вложили душу в эти экскурсии. Были подобраны стихи о море, подобрана соответствующая музыка об Одессе. И это помогло студентам почувствовать себя вот именно в языковой среде. Я думаю, что мы на правильном пути, и мы будем дальше стараться и изыскивать все возможности для того, чтобы за 4 года обучения в университете наши студенты могли себя прочувствовать в разных сферах перевода. Письменному переводу на факультете уделяется большое внимание. Наши студенты имеют хорошую практику юридического перевода. Вот сейчас в сфере туризма уделяется внимание художественному переводу, последовательному переводу. То есть мы готовим наших студентов к разным возможностям трудоустройства.